Тверские технологии на службе у городского хозяйства. Тверской завод коммунального машиностроения представил новинку. Речь идет об ультрасовременной каналопромывочной машине на шасси. Проще говоря, это очень мощная насосная станция на колесах, с помощью которой можно прочищать засоры в городских ливневках. Наша съемочная группа оценила чудо современной техники. Вот так мощными струями воды с помощью комбинированной каналопромывочной машины можно прочищать ливнестоки, колодцы или отстойники. Вода подается из цистерны под высоким давлением, а на конце шланга мощная бита, которая служит еще и распылителем. Также в арсенале этого спецтранспорта мощный вакуумный насос, который способен откачивать засор с большой скоростью. Новинка, произведенная на Тверском заводе коммунального машиностроения, прочистит даже самую забитую ливневку. Здесь использованы самые большие насосы, допустим, вакуумный насос производительностью 2820 кубов в час и водяной насос высокого давления 347 литров в минуту, 200 бар. Мощная новинка практически полностью создана из тверских комплектующих. Из иностранного здесь только платформа, электрика, насосы и гидравлика. По объему, рассказывают создатели, это полный аналог известной финской машины, но значительно дешевле. А популярные немецкие и датские аналоги по техническим характеристикам тверской экземпляр и вовсе превосходит. Одной из особенностей этой машины является то, что ею можно управлять дистанционно. С помощью вот этого небольшого пульта, например, можно открыть задвижку вакуумной стрелы. На сегодняшний день Тверским заводом коммунального машиностроения произведено 6 таких машин. Приобретают их коммунальные службы в основном крупных российских городов. Вот этот экземпляр, например, совсем скоро уедет в Петербург, а на подходе спецтранспорт для Мурманской области. Когда чудо техники можно будет увидеть на тверских дорогах, вопрос открытый. По словам представителей ТКМ, Тверьводоканал пока только присматривается к технике.